Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Roblox. И в этом видео мы будем играть в режим, который называется Bee Swarm Simulator. Я надеюсь, что я правильно сказал, по памяти вроде бы... А, тут у нас вот Bee Swarm, ну, почти что, да. Поэтому вот, именно про этот симулятор я узнал в своем телеграм-канале, ссылка на который, кстати, будет в описании под видео. Там я общаюсь часто со зрителями, делюсь о своей информацией о жизни, как вообще, что у меня да как происходит. И там люди как-то начали общаться про этот режим, и мне стало интересно, что ж тут вообще такое. Поэтому давайте посмотрим. Я даже не гуглил, мне просто заинтересовало. Так, добро пожаловать в симулятор Bee Swarm. В этой игре вы собираете пыльцу из цветков и делаете мед. Но ты делаешь это не в одиночку. Вы лидер собственного личного роя пчел. Чтобы вылупить пчел, подойдите к невостребованным содам и нажмите Claim Hive. Хайв, я не знаю, как правильно. Откройте меню яйцо, затем щелкните, перетащите яйцо на одну из сотовых ячеек. Сотовых. Это вообще так говорится? Так, откройте меню яйцо, затем щелкните, перетащите яйцо на одну из сотовых ячеек. Как только... Блин, мне лень читать. Ладно, давайте тут, наверное, все есть. А, одна из моих... Претензия улей. Откройте вкладку яйцо, базовое яйцо. Как нам? Как это? Во! Базовое яйцо. Храбрая пчела. Это верная пчела сделает все, чтобы защитить своего владельца. Блин, спасибо тебе большое. Что дальше? Соберите пыльцу. Где собирать? Чтобы сделать мед, соберите цветочных полей. Давайте искать цветочные поля. Здесь на самом деле музыка такая жесткая. Она еще и редкая. У меня редкая пчела сразу же. Это вообще это легально? О, это левая кнопка мыши просто, да, надо? Или я что-то не понимаю? Да, надо левая кнопка мыши, ладно. Окей, понятно. Просто кликаем, пока тут поговорю. Блин, вы понимаете, у меня с самого начала сразу же редкая пчела. А, тут еще, смотрите, даже так мы вроде собираем. Если написано, что 4 в секунду. А, 3 в секунду. Не, значит, это надо самому кликать. Ладно, покликаем. С ума не сойдем. До 200-то. Дойдем уж. Все, набрали. Бежим. Ой, нас темнеет. Алло. Что это такое? Так, сделать мед. Хватит делать мед. Ой. О, офигеть, я, знаете, как будто попал в мультик B-Movie. Мне он так нравился в детстве, он очень классный. Почему она грустит? Что надо, чтобы сделать мед, собрать снова? Так, квестов нету. Наши пчелы. Ну, кстати, ну, у нас круто, что у нас вроде, ну, типа, сразу же редкая. Или где она? Я ее чуть найти не могу. Я просто пытаюсь кликать и одновременно просматривать какую-то информацию, чтобы вообще понять происходящее. Поэтому мне было бы интересно, чтобы, если что, вы написали в комментариях, как вам вообще это. Может быть, вы играли в этот симулятор. И было бы вам интересно увидеть продолжение по этой игре. Так, мы опять набрали 200, контейнер пыльцы заполнен, ага. 6 там челы крутые. Давайте делать мед. Ну, блин, у нас уже 200 меда. Для покупки вещей, где вещи покупать? Я думаю, что это не то. Ну а где их? Чё, снова что ли дальше идем? А я хотел до знака вопроса дойти. Магазин. Донатный, наверное, да? Угу, похоже, реально он донатный. А нам-то надо за мед покупать. Как мы за мед будем покупать? Где это вообще делается? Подождите. Чат. Лид. Чат. Давайте гадать. Давайте реально... Шоп! Я увидел шоп. Но музыка мне что-то прям вообще... Она очень странная. Поэтому, может быть, я на фон потом свою поставлю. Так, давайте эту вкладку берем. Открыть магазин. Чей-то? А, она стоит 0 меда. Это просто контейнера, да? Так.
Вообще, все такое дорогое. О, что там 77 меда? Фурнитура, похоже, не очень много делает. А, у нее тут еще ингредиенты есть. Ну все, ой, не туда. Блин, пчела, мне тоже что-то грустно. Ой, что за клуб? Не надо. А тут система хранения. А я не знаю, зачем она нужна. Ну да ладно. Давайте продолжать, что ли, собирать наш мед. Мне интересно, как мы потом еще получим пчел. Мне как бы еще хочется. И интересно, чем она вообще помогает? Вот это наша, да? Но она почему она стала такой бледной? Она заболела? Ну, как будто реально. Открыть магазин. О, 1000 меда. Да, блин, опять не туда. Зато мы теперь я знаю, на что я хочу копить. На пчелок. Вам нужен один билет, чтобы использовать мгновенный конвейер. Так. У нас уже есть 400 меда. Сейчас будет, наверное, 600. Так. Делаем мед. Желательно, конечно... Я единственное, что помню, короче, что надо брать задание у медведей. Надо брать задание у медведей, и они тебе что-то вроде дадут. Это я в описании самого этого режима смотрел. Может быть, тут что-то у нас? Привет, ты черный медведь. Привет. Ты выглядишь как многообещающий новый производитель меда. Так и есть. Я знаток меда. Это значит, что я много знаю о меде. Да ну, я тебе не верю. Если ты хочешь пройти мою пройти мои тренировки, ты будешь делать тонны меда в кратчайшие сроки. Первое, собери 100 пыльцы с поля подсолнечника. А я его... Подождите. А тут 100 из 100 уже написано. Я его выполнил? Ага. А вообще без разницы. А, вот, кстати, поле подсолнечника по логике. Хотя, а в чем разница? О, я еще медведя встретил. Подождите, давайте тогда и у него сразу задание возьмем, чтобы, если что, вот за всех выполнять. Там новый пчеловод. Я мать-медведь. Рада знакомству. Мои детеныши в лагере, но я все еще не могу, не чувствую необходимости воспитывать. Я взял на себя уход за пчелами этой горы, как если бы они были моими собственными детьми. Я научу вас левелинг, который вы разделяете своими пчелами. Твои пчелы — это больше, чем просто инструменты для производства меда, которые вы знаете. У них тоже есть эмоции. А по мере того, как они становятся ближе к вам, они становятся лучшими работниками. По мере того, как их связь с вами увеличивается, они повышаются. Пчелы более высокого уровня собирают больше пыльцы и производят больше меда. Они также имеют больше энергии двигаться быстрее и могут защищать вас от монстров более высокого уровня. Вы можете увеличить свою связь с пчелой, собирая пыльцу с полей, которые им нравятся. А вот как. От победы жуков и монстров. И от того, чтобы дать им угощение. Вот трит, чтобы вы могли проверить это. Перейдите в свой улей и притащите лечить, изменить яйцо в слот пчелы, которую вы хотите покормить. Их связь с вами увеличится на 10. Нажмите на слот пчелы в улье, чтобы увидеть информацию об этой пчеле. Вы можете видеть, сколько облигаций вам нужно, чтобы выровнять его до следующего уровня. Когда сделаете... Ага. Жесть, на самом деле, что-то это... душновато. Как много читать. Так, пока я бегу туда, куда нам надо, я тут пыльцу собираю. Ну, я только не понял, почему нам пишется 100 из 100 уже, сразу же. Где у нас тут инвентарь? Ага. Ой, не туда. Так. Лечить. Слушайте, счастливая. И уровень подняли. Энергия 17. Бонд. Что такое бонд? Скорость. Храбрая пчела. Уровень 2, реально. Так, давайте тогда возвращаться. Сейчас как раз-таки подруги мы успеем пыльцу пособирать. Вообще идеально. Слушайте, сейчас все задания выполним. Я надеюсь, что нам меда за это много дадут. Ну или чего-нибудь. Ну, потому что, ну, надо. Нам надо зарабатывать. Так... Даже продвинутый до второго уровня, каждый уровень статистику с медом из машины.
А, больше лакомств, ага. Прожить и работать, чтобы увеличить свою связь с пчелами, вы можете стать топ-хани-мейкером. Поговорите со мной еще раз, когда будешь готов к еще одному уроку по уходу за пчелами. 250 меда дали. Так, давайте посмотрим, что у нас как тут. А, лакомства, ну нам пока не нужны. Так думаю, у нас так все хорошо. Давайте пойдем выполнять то задание. Там мы вроде уже все набрали, все, что нам надо. И мы, кстати, почти накопили 1000 меда. И это, меня это радует. Так, хорошая работа, вот награда. О, еще 200 дали. Пыльца, ага. Мне на самом деле что-то так лень читать их. Что надо? Соберите... А в чем разница вот этой вот пыльцы, мне интересно? А, типа подсолнух, одуванчик. Как будто одно и то же. Так, собрали 200, поэтому давайте сейчас, пожалуй, будем создавать мед. И я бы на нашем месте сейчас еще одну пчелу купил. Сейчас мы только вот соберем. Наша пчела вообще топовая. Мне она нравится. Так. И давайте сейчас покупать новое яйцо. Сколько же пчел там за человеком бегает? Я также хочу. А, все, я купил. Так. Билет при активации покупки специальных вещей. О-о-о. О, Bubble Bee. Так, синий эпос, как личинка, эта пчела жила в океане. Он любит голубые цветы, потому что они напоминают ему о доме. Блин, прикиньте, она еще эпическая считается. Ну круто, подождите, давайте я про нее хочу информацию чуть-чуть. Ну наша пока что второго уровня, конечно, покруче будет. Ну да ладно. Так, идемте дальше. Лаком сносим дофига. И по логике же у нас именно вот это у нас все считается одуванчиками. Мне кажется, да. И теперь с двумя пчелами, слушайте, мы реально, ну, мне кажется, быстрее все собираем. Тут тучи, что вот дождик делать, если мы под ним постоим? Так, ну я увидел, что у меня какое-то намокание есть. Так, соберите пыльцу, собрали, давайте сейчас создавать мед. Хоть вы знаете, из-за того, что у нас сейчас больше пчел, мы как-то, может, быстрее его будем создавать. Или даже больше. Хотя навряд ли будет это больше. Куда у нас наша синяя пчела пролетела? Так, ладно. Еще 50 штук нам надо. 50 штук мы сделаем быстро, мне так кажется. Там, конечно, дальше еще какие-то... О, что это? Я хочу это взять. Тут надо паркурить. Я вообще я не умею паркурить, но давайте попробуем. Ну, по крайней мере, в... О! Вот тут я в самом начале куда-то вниз долетел. Ой! Ну что это такое? Он как бы так вскарабкался. Смотрите, мы пока тут все собираем, а наши пчелы-то пыльцу ищут. На самый последний я упал. Нет, мне не нравится. Я вся уже поверил, поэтому давайте проходить. Да как? Надо прям прыгать в самый последний момент. Да блин. Все, я разучился. А есть ведь прям специальные карты паркурные в Роблоксе. И вроде многие люди тащат. Что я получил? Одуванчик. Что я получил? Маточное молочко. Зачем оно нужно? А превращает пчел в в случайную, редкую, эпическую или легендарную. О, вот это я понимаю. Вон там еще я что-то вижу. А вот я не знаю, там паркур или не паркур. Так, давайте. Мы это выполнили. 400. Что нам сейчас надо? Уже 500 пыльцы. Он что, издевается так много? Все. Тут какие-то тикеты. Так. Билетов так много надо. Жесть. Даже на яйцо 50 надо. Сколько у нас? Всего один. А за что мы их получаем? За задание? Или за что? О, я тебя спалил.
Смотрите, оно реально, оно по всей карте, похоже, так вот заныкано. Главное просто найти. Это тоже все маточное молочко? Да. Я пока что не хочу его на самом деле использовать. Может быть, у нас потом будет какая-нибудь обычная, чуть не сказал, обезьяна. О! И на ней мы уже... Так, и на ней мы уже будем что-то экспериментировать. Желе-бобы разбрасывают различные бобы, дающие буфер на близлежащие цветы. Лучше всего работает при... Причем? Это мы уже не узнаем. Так, я куда-то зашел. Появился росток какой-то. О, билет! 6 билетов! Ой, ну там 5 билетов. О, вот это я понимаю. А росток, это, конечно, прикольно. Еще бы знать, что это. Но... Ну, ладно. Тупик. Вот тупик мне не нравится. Билет мне понравился. Я хочу еще билетов. Так, можно было бы, знаете, еще пчел отправить, чтобы они в этот момент сами дальше у нас что-то собирали. Пока я тут фигней страдаю. Но исследовать карту тоже надо. Мне кажется, это важно. Нам в будущем это пригодится, наверное. Тут видите, вот еще какая-то фигня. Но такого нету. Микроконвертер мгновенно преобразует всю пыльцу в сумке в мед. О, а что она тут уже снова сейчас заспавнится? Я еще хочу. Ай, ну это... Это одноразовая, да, наверное, штука. Я-то прям надеялся, что, знаете, это всегда вот так вот будет. Ну ладно. Медведь, привет. Так, надо бы к той медведице зайти, все-таки хотя бы ее задание взять, а то вдруг у нее там что-то легкое, и мы пока выполняем одно задание, сможем выполнить еще и другое. Так. Я бы хотел, вы знаете, улучшить дружбу вот с этой. А. Давайте один дадим. О, повысили уровень. Теперь она... Не сказать, что так же сильно. Почему, типа, редкая сильнее, чем эпическая или какая она? Я немного не понимаю этих приколов, ну да ладно. Связь с пузырьковой пчелой увеличилась на 10 из 10, пузырьковая пчела продвинулась до 2 уровня. Ну это да, это конечно топово. Тут я не спорю. Так, давай. Мать-медведь. Ага, накормить. А, еще понятно. Поднять пчелу до 1 уровня. Как это до 1 уровня? У нас уже 2 2 уровня есть. Нафига нам? Ой, что это? Дай, 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 дай. О! Это нам пыльцы дало. Ну, у нас же склад такой, ну, пустенький. Ну, нам надо бы увеличивать, короче, место. Для всего этого. А то чего-то у нас не хватает, конечно. Так. И быстро, кстати, у нас все забирается. Теперь у нас другое уже делается. А почему у нас не за 200 это? О. Ну вот теперь, типа, мы можем, наверное, уходить. Да блин, оно не сделалось. Так. Ладно, идем дальше. Просто собираем, смотрим, что-то как. А, там еще какая-то штука есть. А можем допрыгнуть? Мы не можем допрыгнуть. Может быть, как-нибудь дойдем потом. О, пузырик. Вот это я понимаю, пузырик. Пузырики нам нужны. Интересно, что это вообще такое, конечно. Ну, я не против. Я в любом случае не против этой штуки. Она мне очень нравится. Так, мы зашли туда, куда не надо. Создаем все дальше. Калум Даб 1, 2, 3, 4. Хорошие ники, мне нравятся. Но у меня у самого не лучше. Так, мы уже почти выполнили это задание. Я сейчас хочу посмотреть, сколько стоит у нас лакомство. Может, сразу же мы купим так несколько? А они каждый раз дороже становятся, как я понимаю. Нам столько хватит, я так думаю. Сколько у нас? 5. Вот как раз 5, чтобы выполнить вот это вот задание. Что, пособираем пыльцы? Выполнили другое задание. Вообще, что творим, что творим? Хорошая работа. 500! Спасибо, сейчас сколько нам надо?
О, красную пыльцу. А в чем? А где она? Ну тут ведь не красная, да? Да, это не красная пыльца. Давайте сейчас тогда искать красную, что ли. Но для начала нам надо бы, наверное, отдать мед. А, точнее, переработать мед. И я бы хотел... Ой, что? Мне кажется, вот эта вот редкая пока что у нас очень сильна. Поэтому давайте мы ей хоть все отдадим. Мне не жалко. Ну, теперь третий уровень. Какая она у нас? У нее атака даже повысилась. Поэтому вообще, она счастлива, и я счастлив. О, так мы все сразу же выполнили. О, идем тогда, идем. Главное, пчелки не собирайте, пожалуйста. Нам другая пыльца нужна. Блин, они собираются. Ну ладно. Так, что нам дашь? 1000! О! И билет, и лакомство. Поднять 3 пчел до 3 уровня, накормить. Ну что ты много хочешь, тетя? Красная пыльца, по логике, это же вот это, да? А, да, она так и есть. Божья коровка. О! Мою пчелу уничтожили божью коровку. Мы появили... Чё? Мы получили одну боевую точку. 10 бонд божьей коровки. Что это значит? Ну это я не тут у нас вижу. Блин, мы уже все переполнили. Сколько у нас тут новое яйцо стоит? Не помню. Что сделал? Это мгновенный конвертер? Так быстрее, типа, или что? Или я за билет это сделал? Похоже, я за билет сделал. Ой, ё-моё. О, нам хватает на яйцо. Покупаем. Чем больше яиц, тем лучше. Сейчас как раз-таки мы же задание выполняем. Боевая пчела обычная. Вот на обычную, кстати, вот смотрите, вот на нее давайте использовать маточное молочко. Вот уже она хотя бы храбрая. Давайте вот храбрую оставляем. Таверная пчела сделает все, чтобы защитить свой отряд. Так, вот это здорово. И давайте этой храброй пчеле отдадим 3 лакомства. Надо по-другому. Все 2. Отдаем. Так. Feed sunflower seed to your bees. Надо, короче, семена подсолнуха отдать. А где взять ее? Семена подсолнуха. Ну, будем, короче, с этим разбираться. Так, давайте дальше собираем. Божья коровка. Спавн через 20 секунд у нее. Что это? Вот это нам надо, вот это нам надо. Что это? Я так и не понял. Комбинация какая-то. Мощная бомба. Ничего не понял. Ну, очень интересно. О, еще. Наша пчела вылупляет, или я не понимаю? Так, мы, кстати, уже все набрали. Все 200. Так, главное сейчас задание открывать, чтобы быстрее все завершать. Я бы, конечно, купил увеличение нашего хранилища. Мне кажется, это будет очень полезно для нас. Но оно ведь стоит больше 1000, поэтому нам надо бы сначала выполнить задание с красной пыльцой какой-нибудь. Слушайте, я там вижу панду. Давайте, может, к ней подойдем. Могу ли я вообще это сделать? Я хочу это узнать. Потому что давайте тогда будем брать задание. Не могу. Что это? 5 яиц надо? 5 пчел. Ага, окей. Поняли. Нас уделали. Ну как, ну ладно. Поживем так. Че, божья коровка-то отрезалась? Ты где вообще? Нам тебя побеждать надо. Прикольно. О! Божья коровка! Уничтожайте мои верные пчелы. Связь с храброй пчелой увеличена 50 на 50. А ваша боевая пчела превращается в храбрую пчелу. А, нет, это не то, блин. Это еще до этого. Меня уже понесло. Я просто тут немного не улавливаю. Все, что надо. Так, ну пока что вроде все довольны и все счастливы.
Правда, давайте посмотрим, короче, про подсолнух. Я хочу реально посмотреть вот этот вот подсолнух. Сейчас, конечно, у нас мы опять насобираем этого. Ну да ладно. Может, это недорогое? И мы купим, потому что мама-медведь, она вообще, она не жадина. Она нам столько дает монет. Это просто много лакомства. Мда. А где этот семена санфлауэр? Вот подсолнух, вот это я знаю. Ну вот я прям тыкаю на сам подсолнух. Или его тоже где-то надо покупать? Сложно, непонятно. Ладно, давайте добьем тут уже эти 200. И прикол в том, что я немного не понимаю, почему надо именно красные пыльцу. За нее же даже больше, по-моему, не дают. Я понимаю, если бы нам за красную пыльцу давали бы на 1/4 больше монет, тогда это было бы реально такое большое оправдание собирать именно ее. Но стемнело опять резко что-то. Так. Тут даже, о, типа луна такая, прикольно. У кого-то пчелы так светятся красиво. Я вижу билет, который собрать не могу. О, вот это нам надо. Так, готов задание для черного медведя. Ну вот этот прям, смотрите, чел, он элитный. Он прям вообще очень крутой. 7000. О! Сколько хранилища? 1 687 000. Это если я не ошибаюсь. И у меня 200. Так, 650. Голубую пыльцу. Ну офигеть. Медведь, ты чё? Тебе прям это принципиально важно? Я не понимаю. Давайте зайдем в шоп. Я не помню, сколько там все стоит, но глядишь, нам уже может что-то хватит. Потому что хранилище надо увеличивать. О! Так, на это нам хватает. Тогда мы ее, конечно, покупаем. 750 это в разы круче. 750 мы прям можем очень долго ходить. И я даже тут вот буду подбирать, это уже не страшно. Блин, 750 это прям вообще. О, чел, я тебя понимаю. О, давайте жук-носорога уничтожать. Сражайтесь, сражайтесь, пчелы. Жесть, они молодцы. О, смогли, мед. Че это было? О, еще фигня. Взорвала. Сколько эпика. Черника увеличивает вашу связь с помощью пчела на по 25. 25 это, кстати, немало. Так, здесь мы пройти дальше пока что не можем. Мы уже дополнили. Монда цыпленок прородился. Бабл Би закончилась энергия. Он будет спать. Окей, поспи. Давайте тогда отдавать. Я не знаю, может быть лакомство какое-то отдали. Смотрите, ну вот реально у нас какой-то монт-цыпленок прородился. К чему это вообще? К нам это, не к нам это? О, опять светлеет. Я хотел сначала в магазин забежать, но чуть сейчас так лень. О, она уже выспалась. Вот это нормально, это, конечно, хорошо. Давайте нам надо их апать. Вот, третий уровень есть. Ой, я чуть не то отдал. И меда, слушайте, вот сейчас мы стали в разы больше зарабатывать. Я безумно рад, что я посмотрел все-таки про этот контейнер. И узнал, что ну реально 700. Это уже не 200, это в 3 раза больше. Надеюсь, что тут сейчас опять будет жук-носорог. Потому что с ним прикольная всякая фигня выпадает. Блин, его полминуты еще не будет. Ну да ладно, пока что просто тут побегаем. Пособираем, к счастью, пчелы-то у меня тоже помогают. Да? Что это? Я хочу это забрать. Это билет? Да, это билет. Как тут много скрытых штук. Всего 3 билета, но хоть что-то. Так, пчелка собирает. Молодец, какая, молодец. Давайте сейчас на носорога. Все готовы?
Где он? Алло. А, о! Эта пчела у нас мед выкопала. А, бейте, 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 бейте. Хоба, чё можете, чё можете. То есть мы получили сразу 208 меда с него. Ну, неплохо. Ну, вроде все подобрал, да? Все по максимуму. У нас пчелы помогают, и при этом у них еще типа дружба со мной повышается. Еще мед дали тут. Слушайте, это прям крутое место. Здесь и надо, видимо, сейчас собирать. Так, мы переполнили все наш контейнер. А так еще и не получили 1000 голубой пыльцы. Почти. Очень близко. Так. Здесь у нас тоже такой крутой челик. Ну, слушайте, если вот посмотреть, у этого человека очень много пыльцы и всего одна золотая, а у нас уже есть одна золотая. Причем это была сразу вторая. Поэтому мне так кажется, мы это... Хорошо идем. Так, а почему у нас не вся пыльца переработалась? Так, ладно, быстрее пробегаем. Потому что нам осталось меньше 1000, поэтому не страшно. Так. Идем. Дособираем все. Как у нас жук на срок? Опять долго он что-то... О, выполнили задание. Хопа. Все, это круто. Пишите завершать задание. Сейчас они там дособирают. Вот все, 750 у нас есть. Еще один человек крутой зашел. Тут их два теперь у нас. Ну да ладно. Будем... Какие мы есть, такие мы есть. Мы тоже когда-нибудь станем крутыми. Я в нас верю. Опа, 750 он всего нам дал. Что-то мало на самом деле. Грибного поля с поля клевера из голубого цветочного поля. У нас, по-моему, только голубое поле открыто из всех этих. Так, давайте это... Пускай они весь мед забирают. Или у них есть максимум. Да, похоже, типа, это вот три пчелы, и у них, типа, вот максимум инвентаря. Тогда логично. Так, давайте посмотрим, сколько у нас новое яйцо будет стоить. Я просто вообще не запоминаю все это. Слушайте, почти хватает. Ну, прям вот вообще чуть-чуть нет. Давайте тут вот прям пособираем. Слушайте, тут вот какая-то лесенка. Может, поднимемся по ней? Что это? Потратишь 6 билетов на использование маточного молочка. Нет, нам не надо. Так, надо много яиц. Точнее, пчел. О, клевер! У нас есть клевер! Ой, давайте в божью коровку бейте. Сражайтесь! Сражайтесь за меня! О, уровень подняла! В сражении причем. Вот это я понимаю. Ну, слушайте, у нас есть, оказывается, поле клевера. И давайте жука носорога побеждать. Сражайтесь. Бонд от носорога. А это вот что? Откройте для себя легендарный типа пчел, чтобы вызвать медовая буря. Жесть. Кстати, смотрите, еще один медведь. А у нас даже с ним заданий нет. А почему это он такой жадный? Ага, поболтаем. Я вроде похоже... О, сейчас можно. С поля подсолнечника, с поля дуванчика. Ну вот это, кстати, уже нормально. Подсолнечник и дуванчик мы сейчас собираем. Так, а тут можно запаркурить? Нет, слишком далеко получается. Так, давайте... Возвращать все нашу пыльцу. Я вижу там врага, я хочу уничтожить врага. Король жук. Слушайте, не, он слишком жесткий, и мы под него не попадаем. Он где-то там прям спрятанный. Оба! Бежим. Отдаем нашу пыльцу. Я вот сейчас думаю. Че я думаю-то? Значит, чего, может быть, прям вообще, на самом деле, без понятия. Наверное, мы сейчас еще одну пчелу будем покупать.
Все-таки нам сейчас надо по количеству пчел сделать, чтобы они у нас, например, сразу же все забирались. Наш мед. Я про вот это вот. Так. Блин, хочу крутое яйцо, пожалуйста. Дай нам крутое яйцо. Опять обычное. Маточное молочко. Красная редкая. Негодяй, блин. Озорная пчела, которая быстро движется и сильно ударяет. Проглядывай за этим. Ну, слушайте, уже хорошо. Я рад. Так, и давайте, что у нас тут по заданиям? Поле одуванчиков. Давайте пособираем. Мы тут прям рядом с ней. Почему бы нет? У нас тут тем более сейчас 4 пчелы. Они все нам помогают. Мы с ними дружим. И они с нами дружат. И это вот главное. Так, тут вот это подбираем. Это нам все помогает. И так за 2 захода мы выполним это задание. Как раз таки пойдем, чтобы собирать все с поля клевера. А вот это, слушайте, это грибное поле, наверное. Вот это похоже, да, это реально грибное. Тогда все ок. Просто они так пишут. Не по-русски. Написали бы нормальнее. О, взрыв. Все, все есть. Это мы завершили. Идем сдавать. Так, что у нас все сразу же примут, я надеюсь. Так, каждая пчелка прилетает. И все забрали. Молодцы, вот это круто. Так, идем тогда. А, вот нам сейчас надо подсолнечник, точно. Идем. Все собираем. 10, еще надо 7 лакомств. 1 Sunflower Seed. Я вообще не представляю, откуда мы его будем получать пока что. Может быть, нам его дадут за какое-то задание? Но пока что я даже не нашел места, где мы его можем купить, хотя бы купить, вот реально. Конечно, хотелось бы его получить бесплатно. О, что это было? Семена подсолнечника! Увеличивает вашу связь с пчелой. Они что? Они меня... О, слушают, что ли? Как это работает? Давайте тогда вот нашей новой пчеле ее отдадим. Офигеть. Сразу же второй уровень плюс 25. Вот это я понимаю. Ну реально. Это прям круто вышло, круто. Так, давайте лучше через эту сторону пробежимся. Мы сделали 11 тысяч меда в общей сложности. Интересно, это с заданиями связано? Или вот это вот прям только мы такое сделали? Просто немного непонятно. Так, бежим к нашему медведю Бурому. При этом подбираем тут все это, чтобы выполнять задание. На тебе, принимай работу. 2500! Чел, ты мне нравишься. А чё, все? Помню, я могу дать квест только один раз в час. Понятно. Блин, ну ладно, ну хоть что-то, ну прикиньте, 2500. О, боже, коровка, дерёмся. Давайте, пчёл, вы пока деритесь, я тут пособираю всякого. Ага, боевая точка. О, вот это, наверное, боевые точки, да? О, мы еще что-то получили. Так, мы все заполонили. Я пробегусь. Да, там был медик. Парпур. Хоба, пролетели. Офигеть. А пчелы... А, пчелы-читеры. Они все могут. Ну ладно. Так, мы, кстати, сейчас должны получить 5000. И давайте сходим до магазина. Потому что я помню, что следующая... Увеличение нашего хранилища, она там как раз таки 5000-то и стоила где-то. А у нас 5500, вот 5500, это, мне кажется, вот должно хватить. По крайней мере, я-то надеюсь, потому что нам надо еще собрать плюсу с голубого цветочного поля и с грибного поля. Так. 5500 ровно! Зато емкость 3500. 3500 это очень много. Это прям вообще кайф. Мы это будем собирать ведь полгода. Нам, видимо, еще надо будет лопату прокачать. Потому что лопата уже у нас такая слабая. О, боже, коровка первого уровня. Мы выбираем тебя.
Сражайтесь, сражайтесь, мои пчелы. Так, тут есть что-нибудь? О, там куча всего было. Так, еще мед. Вроде все собрал. Ничего не вижу, но вроде все есть. О, пузырик, пузырьки нам нужны. Ну что-то хоть дал? О, еще боже коровка, что у вас так много? Так. А мы ее уничтожили, я надеюсь. А то что-то как-то пока что и не сказать. Ну да ладно. Просто собираем, нам надо 1000 идти. О, мед, а за что? Это мы просто выкопали его, получается. Не так-то это здорово. Тут единственный минус в том, что так задание... О, что это? Я хочу туда. Подождите, подождите. Это мне надо. Что это нам даст? Я просто тыкаю все подряд. Я это вообще зря не зря делал. Мед! Зачем мы это делаем? Давай я ему помогу. Давайте реально ему поможем. Он выглядит крутым. Мы, если что, у него... Подберем, что нам надо. Правда, как-то долго все это выглядит. У нас всего 38 тысяч. О, это его такое хранилище большое. А, слушайте, 12500 не такое уж и большое. А у него еще очень много самых обычных пчел. О, семечко! О, новая это. Пчела-негодяйка. Третьего уровня стала. Так, это мы подбираем, и это мы подбираем. Ну, инвентарь нам еще долго забивать придется. Так, то это мы все собираем. Слушайте, помогаем, помогаем, уже 36 тысяч. Или что, или как? А без нас это вообще ничего, да? Не получается. Просто это очень долго. Это реально очень долго. Я же не переживу всего этого. О, давайте к нам какой-нибудь крутой чел придет и поможет. Или давайте все валим отсюда. Я надеюсь, что нам потом дадут за вклад в сражение. Мы как бы хорошо помогли, мне так кажется. А теперь нам надо бы идти дальше. Я бы сейчас вот отдал вот это вот все, переделал наш мед. Опять сбегал до магазина и посмотрел бы, что у нас это... А, как она, штука называется? Типа у нас сейчас такая мини-лопата. Может быть, мы что-то получше можем сделать. Ну как это сейчас все долго, слушайте, это реально очень долго. Так, давайте. Что это гамдроп используется, чтобы покрыть цветы слизь, которая наносит удар? О, лакомство. Откуда у нас этого столько всего? Так, ладно, давайте нашу золотую будем отдавать. Лучше ее покормим. А чё, мы ее даже повысить можем, нет? А то как будто она это... Какая-то слишком наглая. Ну да ладно. Так, чё у нас тут? 35, никто не сражается с этим. А тут чел так стоит, знаете, он как будто со мной поболтать хотел. Ну в чате вроде ничего нет, я не знаю. Нет, так нет. А если это он мне дал все? Я не понимаю просто, откуда всего этого так много. Так. Вот это нам надо. Вот, оборудование. У нас есть теперь ножницы. Ножницы типа секатор такой. Интересно, сколько мы сейчас будем получать? По 9? Мы тогда, по-моему, по 6 собирали. Что-то я бы не сказал, что мы прям больше стали собирать. О! Слушайте, иногда 18 есть. А я просто зажимаю, оказывается, можно просто зажимать. 4. Ну ладно, зато мы сейчас продвинулись подальше. Я уже чуть понимаю приколы. Угу, теперь нам надо голубое цветочное поле. Идем на него. Я продолжаю тут все зажимать. А тут гриб. Тут жук-носорог. Нам он нужен. Ай, он как будто мне урон наносил. Вот так дела не делаются. Черника. Все очень удобно. Давайте наносим ему урон.
А, или что? Я не понимаю. Мы наоборот должны заполнить это до 10 тысяч. Ну, алло, мне кажется, мы чисто физически не сможем. Это слишком много. Я понимаю, если бы нам кто-то еще помогал. Хотя, по логике, вы посмотрите, как мы быстро вот так вот пришли и уже много набрали. У меня сейчас секатор хороший. Плюсом еще дают дополнительные эти способности классные. Типа пузырик, еще там что-то. Так, а какой у меня сейчас инвентарь? Ага, 3500, да. Так, мы выполнили это задание. Ну вот это мы не успеваем. Вот видите, мы просто чисто физически не можем. Так, что у нас там с ростком? Давайте сейчас еще сходим. Потом отдадим нашу пыльцу и покупаем нашего лакомства. 31 тысяча. То есть понемножку тут проходили. Но все равно маловато. Какая-то пушка странная. Что она тут делает? Хова! 1000! О, яйцо дали! Что надо теперь делать? Пыльцу бамбукового поля. Что это такое? Это там сильный враг. Он 100%, мне кажется, сильный. Я к ним не хочу. Так, делаем мед и давайте выращивать серебряное яйцо. Редкое, эпическое, легендарное или пасхальную пчелу. Хотим крутую. Красный эпик! Райли Би, лидер красных пчел и долгое время соперник Бука Би. Его огненная природа возвысила его над остальными. Еще одна легендарка. Так, давайте, подождите, черничку даем. Второй уровень. Это прям классно. Пишите покупать лакомство. Нам сколько надо лакомств? По логике 7 штук. Или не... Нет. По логике 6. Как дорого стоит-то? За что? За что так с нами? Так, подруги, мы, конечно, тут все пособираем. Глядишь, нам это поможет. В любом случае, прикольно, что мы вот так вот просто пробегаем и уже как бы почти 400 набираем. Это большая разница с тем, как мы начинали. Это меня радует. Так, идем и давайте давать лакомство. Я бы, наверное, вот так вот сделал. Потом... Ну, кому-то надо еще давать лакомство. Давайте хоть ему отдадим. Все, зато мы выполнили задание. И пишите его завершать. Потому что мама-медведь обычно очень много нам приносит. И, кстати, нам ведь должно что-то открыться. У нас ведь уже есть 4 яйца. У нас даже больше, по-моему, кстати. У нас 5, наверное, их уже. Так. 2000. Ну, хоть что-то. Слушайте, тогда 2500 было. Поднять 3 пчелы, 3 уровень. Так у нас и так 3 есть. Royalty Jelly. У нас есть Gumdrops. Это немного не то. Так, тут вот 5. Я не знаю, у нас 5, не 5. Что, вот из меня плохой? У нас 5. О, так, давайте сражаться. Паук, тебе капут. На тебе. Куда ты бьешь меня? Там еще промахиваются. Блин. Давайте. У него меньше, ну чуть-чуть уже хп осталось. Надеюсь, что все мои пчелки-то будут живы, здоровы. А, уничтожили! Они еще там опыта наполучали, а не герои. И много меда мне надобывали. Много реально меда. Так, что мне там они принесли? Ананас! Где бамбук? Вот бамбук, у нас еще бамбук тут открылся. А, вот это надо. Подбираем тут все. О, третий уровень. Вот третий уровень, это не страшно. Давайте мы его быстренько тут уничтожим. Даже 2. Всех вас уничтожим. Мед получаем. Там еще куча меда. За что? Хоба. Все собираем.
А тут как будто какой-то бонус, что ли, я не знаю. Поливка какая-то. Это специально такое сделали? Хотя мы больше вроде бы и не получаем. Как получали, так и получаем. Там что-то наверх можно подняться, но я пока что не хочу. Типа, вот где мы есть, там мы и будем. Потом уже будем смотреть. Давайте я до панды дойду. Вот до панды надо дойти. Плюс медведь с заданиями. Ага. Одну божью коровку. Да на изи. Ну вообще мы забивные. Мы всех уничтожим. Ой, что это тут было? Что-то как-то опасно все выглядит. Сколько пчел и все такие крутые. Мы почти забили наш инвентарь. Поэтому давайте уже идти, чтобы все отдавать. Хоба, хоба. Но рад, что мы уже наоткрывали много чего. Так. Вот и божья коровка. Угу, давайте уничтожать. Летите, мои верные пчелы. Все. Сейчас все заберу еще. И задание выполнили. И вообще все здорово. Так. Поэтому я сейчас думаю, что мы вот все это отдадим. Бамбуковую пыльцу дособираем. И все у нас уже очень круто. Да, у нас реально 5 пчел. Причем все такие крутые. И они почти по 1000 сразу же отдают. Единственное, я что не понимаю, у нас что? У нас пока что максимальный 3 уровень. А, вот 4, кстати. Ладно. Есть 4 уровень. Скорость хорошая. Ладно, я хотя бы понял, что можно один раз нажать, и дальше они сами все будут собирать. То поначалу такой боялся, что за фигня. Че, каждый раз тыкать, что ли? Все, валим боком. Опять до нашего бамбукового поля. Потому что что? Нам нужен этот бамбук. 4000. У нас примерно 2000 уже есть. Ничего себе, мне там пчелы пособирали уже даже. Так, о, я тут вижу мед. А, его уже собрали. Жесть, что это за человек такой? Читер какой-то. Вот это я понимаю, он крутой. Так, просто все подряд мы тут собираем. Что вот это такое? Все очень сложно. О, что это? А это что? Я ничего не понимаю. Клевер какой-то. Причем красный. Он типа, мои пчелы будут мне больше приносить денег? Если да, то это хорошо. То я только за. О, пузырь, пузырь, пузырь. Что-то он мало нам принес. Ну ладно. А, еще клевер. Так прикольно. То есть другие его могут выкопать, а я собираю. Так, как у нас тут? Во, мы это выполнили. Поэтому давайте подниматься к нашему панде. Сколько она нам даст, мне интересно. Двести пятьдесят, так мало. Но это всего божья коровка, может потом будет больше. Два жука на срока. Вот давайте сейчас сразу же одного мы тут уничтожим. Ну, что-то вообще поскупились. Мне прям так кажется. Так. Ну одного же мы только что уничтожили, нет? Почему нам его не засчитали? Так, ладно. Давайте возвращать на склад, и потом посмотрим, что у нас да как. Ну, по-моему, наше еще одно задание. У нас уже реально очень много всего есть. Оба, бежим, 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 бежим. Я все удивляюсь, как у того человека так много всего, я также хочу. Это вот сколько же он играет? Наверное, очень много. Может быть, он даже донатер, потому что у нас пока что вот такое ограничение стоит. Может, у них больше. Ой, я не нажал на кнопку. Сделать мед. Давайте пока что я покормлю вот эту нашу легендарную пчелу. Надо лакомство отдавать, потому что у нас задание есть с ними. О, все, 4 уровня она у нас тоже теперь. Это круто. И у нас 13 тысяч пыльцы, что как бы тоже очень немало.
как бы особенно самым началом, как я вспоминаю, какие у нас проблемы были, то сейчас вообще все хорошо. 2000, спасибо за 2000. Что тут надо? 5000 красной пыльцы. Ну, нормально, нормально. Че я вам скажу. Так, сколько у нас новица стоит? Может быть, мы его купим под конец? Хватает. Так, следующее будет 10 тысяч стоить. Хотя мы, кстати, даже почти на это уже накопили. Давайте тогда купим. Поставим. Красная редкая. Вот редкую можно ставить. Почему бы нет? Давайте вот так вот сразу сделаем. Второго уровня. Не знаю, третьего она навряд ли сейчас станет. Ты стала третьего уровня. Это круто. Вот это, кстати, выполнили задание. Рэл Джелли. Рэл Джелли. Ну, у нас только гандропс есть. Это не то, мне кажется. Может, вот это? Ну, это тоже не то. Ладно. Если что, напишите в комментариях, что за Royal Jelly это. А я, наверное, буду на этом заканчивать наше видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!